Заканчивается май, а суровая саратовская весна до сих пор не располагает к долгим вечерним прогулкам. Одними пробежками от кофейни до кофейни рад не будешь, поэтому нужно искать альтернативные варианты проведения досуга. Например, в среду идти на открытие фестиваля молодежных театров, в четверг заглянуть на благотворительный праздник, а в пятницу бежать оккультурироваться в музей. Самое важное, что все мероприятия проходят до позднего вечера, поэтому успеть на них сможет любой офисный клерк. Как вы уже догадались, это проект «Афиша». Зовут меня Анастасия Куклева, и в ближайшие минуты я буду рассказывать вам о самых интересных событиях этой недели. Сколько дней в мае? Отвечая на этот вопрос, обычно многие из нас колеблются между числами 30 и 31. И совсем забывают, что есть еще и 32 мая. Да-да, вы не ослышались. 32 мая – вполне реальный день. Только длится в нашем городе он не один, а целых 4 дня. И по обычному календарю объединяет даты с 31 мая по 3 июня. С числами разобрались, ну а теперь расскажу о том, что в эти даты нас ждет. На сцене Саратовского театра «Кукол Теремок» пройдет фестиваль студенческих театров 32 мая. Вас ждет 9 спектаклей из Астаны, Екатеринбурга, Краснодара, Заречного, Советска, Саратова и Энгельса. Экспериментальная площадка и мастер-классы. Ну и театральный бой для всех участников. Особенно рекомендую посетить церемонию открытия. Она в этом году обязательно превратится в непредсказуемый перформанс, охватывающий все пространство театра. Кстати, откроет 32 мая большой друг фестиваля, автор фестивального гимна, музыкант, артист Василий Уриевский. Приходите, будет шумно, весело и интересно. 1 июня – начало лета, школьных каникул и праздник для всех детей. В этот день в городе будет много всего интересного. Так, например, чайхана-узбечка устроит на Предмостовой площади грандиозный праздник для детей. Я бы назвала его «Пир на весь Саратов». В 11 часов утра повара заведения прямо на улице в Большом казане будут готовить вкусный плов, угощать им всех желающих, дарить мороженое и напитки, шарики и подарки детям, а также организаторы обещают много конкурсов и развлечений для всех гостей разных возрастов. Согласитесь, программа настолько увлекательна, что посетить праздник будет интересно даже тем, кто еще не успел обзавестись детьми. Поэтому, если в четверг в 11 утра у вас будет свободное время, обязательно загляните на Предмостовую площадь. Можно даже голодными, как раз там и пообедайте. Кстати, вход на мероприятие свободный. Еще один праздник, приуроченный ко Всемирному дню защиты детей, пройдет в четверг в Энгельсе. Маленьких гостей ждут тролли, трансформеры и много веселья. Дети, берите родителей. Родители, берите детей и все вместе приходите в 17:00 на оптово-розничную базу «Город цветов». Точный адрес сейчас вы видите на своих экранах. Вы, ваши дети или друзья интересуетесь оружием и военным делом? Тогда обязательно загляните в областной музей краеведения. Там на днях открылась интереснейшая выставка под названием «Оружейная кладовая». На ней вы увидите более 150 образцов холодного, огнестрельного и метательного оружия прошлых столетий. Защитное вооружение и военное снаряжение, включая полную военную форму стрельцов, гусар и красноармейцев. Кроме этого, вы сможете увидеть винтовку Мосина, пулемет Максима, пистолет-пулемет ППШ, немецкий карабин Маузера 98К, штурмовую винтовку Шмайсера, лопату-миномет, уточницу, английское 80-килограммовое ружье середины 19 века длиной почти 3 метра, турецкие таганы, кавказские кинжалы, испанские мечи, саблю с дарственной надписью от Елизаветы I и полинезийскую дубинку абориенов. Как вы поняли, экспонатов настолько много, что перечесть все не хватит эфирного времени. Да и зачем перечислять, когда можно просто прийти на выставку и все увидеть воочию? Хочется нам того или нет, но настало время прощаться, радует неизменно одно. Встретиться мы с вами можем, как обычно, в наших группах, в социальных сетях и на сайте saratov24.tv. Ну а следующий выпуск «Афиши» выйдет настолько быстро, что вы даже не успеете оглянуться. Поэтому с легким сердцем я, Анастасия Куклева, прощаюсь с вами. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интересней, чем вы думаете.